Молодцы, Google Pay перенесли поиск вниз, а сверху убрали. При этом, когда нажимаешь на поиск, все равно появляется сверху. Ух, современный интерфейс, это просто классика какого-то аутизма. Дальше интерфейс приложения 2GIS. Сверху строка поиска и два крестика рядом. Как можно ставить два крестика, блин, рядом? Один крестик стирает запрос, второй крестик закрывает выпадающую страничку. Никогда нельзя ставить два крестика рядом. Это просто в учебниках по интерфейсам было написано. Далее, творческая студия YouTube. Мотаем вниз, и вот здесь у нас появляются два элемента интерфейса. Смотрите. Мотаем влево-вправо, влево-вправо. То есть они не уместились на экране, и за счет этого позволяет перематывать его влево и вправо. То есть приложение не может узнать, какое разрешение экрана у смартфона. Вы шутите? В 2024 году приложение не знает разрешение экрана? Далее WhatsApp. Сейчас это уже поправили в новых версиях, но вот тем не менее так было. Вот, у нас есть чаты, есть вкладки чаты во вкладку статус. У нас сверху добавляются три точки. При том, что в вкладке чаты у вас полно места. Вы эти три точки могли оставить сразу. Вам не нужно для конфиденциальности статуса выносить отдельные три точки. У вас полно места справа сверху. И еще один прикол. Авторизация в Samsung с самсунговской записью. То есть, вот смотрите, сверху меняется количество строк в анимированном информаторе. И из-за этого скачет окно ввода пароля. То есть ты жмешь, а он тебя просто, блядь, сходит с места. То есть ты нажимаешь ввести пароль, а нажимаешь на выход, потому что вот здесь стрелочка на логине.